Юноармейцы посетили духовно-просветительский центр Арсеньевской епархии. Епископ Арсеньевский и Дальнегорский Гурий провел для ребят экскурсию по центру, ознакомив с музеем древнерусской иконы и народного костюма, старинной русской книги и современной живописи, показал учебные классы и библиотеку. Арсеньев стал центром проведения краевого фестиваля по военно-патриотическому воспитанию для юноармейцев «Всполох». Одной из точек форума стал духовно-просветительский центр. Духовно-нравственное воспитание для юноармейцев основополагающее. Поэтому вырастить патриотов, юных, молодых юноармейцев – самая первая, главная наша задача. И в этом нам помогает, конечно же, наша епархия. Форум был посвящен 80-летию подвига молодогвардейцев. Мы должны до каждого ребенка довести, донести не только словом, но и с помощью и православного воспитания, в том числе рассказать о тех людях, кто проявлял героизм, кто отдавал душу свою за процветание нашей великой Родины. В духовно-просветительском центре часто проходят встречи со школьниками, проводятся лекции, квесты, мастер-классы. Начинаем возвращаться к своим истокам, к своим традициям, к своим корням, ну, к своим святыням. Поэтому это очень важно. Мы находимся вот здесь, вот рядом с кафедральным собором, в нашем Арсеньевской епархии. И здесь у нас духовно-просветительский центр. В центре юноармейцы посмотрели фильм о событиях Великой Отечественной войны. После просмотра многие поделились своими впечатлениями. Мы посмотрели короткометражный фильм о человеческих подвигах. Я бы хотела смотреть больше таких короткометражных и полнометражных фильмов. Такие мероприятия важны для сплочения людей друг между другом и поднятия духовных ценностей. В форуме приняли участие отряды юноармейцев из Арсеньева, Дальнегорска и близлежащих муниципалитетов края.